Романтика. Мои люди всегда со мной. Я когда ехала в Москву, я так чувствовала, что что-то да случится. Боже, что это? Была прекрасная эта ночь. Он как вы живете красиво. Давайте наконец-таки за знакомство, за встречу. Наконец взяла себе здесь вещички. Не... Ах, Люба. Всем привет, мои хорошие, с вами Силия Насвы. Сегодня мы отправляемся в Москва-Сити, юху! Осталось где-то 5 часов до поезда, мы поедем на поезде, мы поедем с Кристиной и с Дэней втроем. Где остановимся, до конца еще не решили. Мы вообще забронировали гостиницу, но все может измениться, поэтому уже на месте будем решать, где будем останавливаться. Сейчас я собираюсь, и давайте посмотрим, что я беру в чемодан. Кстати, я очень интересно собираюсь, и это может быть лайфхак для некоторых. Я для того, чтобы собрать и ничего не забыть, я прям продумываю путь. То есть, как я продумываю. Итак, сейчас мы с чемоданом выходим. Мы сейчас будем в поезде, да? Что нам в поезде нужно будет? Переодеться. Взяли ли мы вещи, в которых мы там будем? Там сандали или штаны. Дальше нам нужно будет покушать. Так, взяла я покушать в поезде. Так, умыться. Зубные щетки, пасты. Ага. Завтра утром мы встали. Что я захочу? Пить кофе. Все ли я взяла для того, чтобы выпить кофе? Да, все выпила. В чем мы будем дома? Ходить или в гостинице? Так, так, так. Ага. Так, захотела я погулять. В чем я погулять? Я на самом деле придумываю себе всегда образы, чтобы можно было взять один вид вверх и один низ. И, ну, как бы с собой беру уже там какие-то костюмы, которые взаимосочетаемые, пару джинсов разных цветов, да, костюмов разных цветов и футболок. Вот, погода непредсказуемая немножко, поэтому вот не знаю даже, какой верх брать. Но я взяла один теплый костюм, на всякий случай, если будет очень холодно, то я его тогда одену. Но я не знаю, какой верх даже взять. Куртку все-таки взять, джинсовку, либо что-то потеплее. Но Деньке взяла все теплое. Все теплое, и ему как бы будет что носить. Давайте приступим. Я еще не все собрала, но самое основное. Это сначала у меня Денька. Деньке штаны для гуляния, Деньке футболки. Все, ну, мы едем на 5-6 дней, поэтому все по 5 взяла. Шапку здесь у нас пока жарко, все с собой беру. Один теплый костюм, жилетка у него идет и куртка. Вот так. Здесь у нас носки, трусы для Денечки. Здесь я взяла молоко свое с собой, вот это в дороге маленькие, потому что как раз на две кружечки, туда и обратно. Вот, а это большое с собой первое время, пока я найду молоко, где там продается, я пока со своим. Здесь у меня кофе, мешалки, сахарозаменитель мой. Здесь в дорогу Денечки всякие вкусняшки и молоко, девочки. Детское молоко, он у меня очень любит, стаканчик на ночь выпить, я ему взяла вот с собой, а там уже возьмем. Ну, туда-обратно тоже, чтобы просто не таскаться, не брать, вот туда там попьет. Там я уже куплю в магазине что-то. Это его вещи здесь. Далее мои вещи. Это вот один черный костюм теплый, один розовый костюм. Можно все взаимосочетать. Одни классические джинсы, одни серые с темным. Куча там футболок всяких раз. Ну, 4 где-то футболки. И один костюм, в котором я поеду. Здесь у нас лекарства. Здесь у нас косметика. Здесь мои носки-трусы. Вот так вот. Ну, в принципе, практически все собрали. Осталось только еду с собой взять. И я думаю, все. А, еще обязательно с собой взяла одно неминующееся платье на всякий случай, на выход. Но это все подходит под кроссовки. Костюмы, джинсы и платье. Все пойдет под кроссовки, под мои черные Армани. Вот эти кроссовки я с собой возьму. То есть под розовый хорошо, под серый хорошо, под классический джинс хорошо. Все замечательно. Я в них поеду, буду в них аккуратно гонять. В общем, собрались мы, Милка вот она сидит, там всякая у нее еда, наполнители и все такое. Сейчас еще Деньку вот тоже одела, но у нас на улице жарковато, поэтому сейчас посмотрим. Сейчас еще надо за едой зайти и за лотком новым, недовольная. Короче говоря, приехали мы к маме, набрала вот лоток, кстати, новый купила. Покажу сейчас, Милку хочу выпустить. Она бедная, дрожит, едет, жалобно на меня смотрит. Мам, типа, ты чё, куда вообще мы? Выходи, рыбонька. Мы к бабушке приехали, ты у бабушки погостюешь, сыла. Доча, ты у бабушки погостюешь. Не бойся, выходи, сейчас бабушка что, чего, кормить будет тут тебя. Что, чего? А ты у бабушки давно был в гостях? Мама. Классно у бабушки? Мама, а давай хлоп.
Фрукты. Сейчас, Дынечка, лучше смотрите, как у мамы красиво тут. Да, зайка, фрукты сейчас. Как ты как дикий, как будто фруктов не видел. Бля, места тут нормально, так много, сразу хочется съесть. Давайте, сниму за этим. Ой, ты и клеенку купила. Да, вчера ездила. Крутая. Да, как ты? Хорошо тут тебе? Комфортненько? Да, слушай, места так много, прям вот да. Сидеть классно. Вот. Обалденный уголочек. Классный уголочек. Ручки помыть, Даня? Че, осваивается, сбежала, убежала в уголочек. Сейчас потихоньку не может понять, где вон она прячется. Нет, Денька тут покушать, свои правила устанавливает. Позови ее туда. Закрой то, открой это. Да, она выйдет сама, захочет. Да она сама, она не знает. Пошло такое, действительно. Ну давай Наполеончик, мама, чё, или чаёк нам. Юля не знает, за что вперед хватает. Да, мы такие шумные, пришли, самой голова разболела. Маме, дай мама пусть включает, что хочет. Да пусть он включает, что хочет. На. У тебя нормально здесь все просто включается? А теперь 4. Давай 4. Слушай, а может Милку соблазнить вот это? Что же такое? А, да, давай, привет, примани ее. Милочка. Любимой едой. Мама. Иди, бабуля, тебе вкусно отдаст, Дэнь. Ну, иди кушай. Иди кушай, Минь. Милочка, на. Иди кушай. На. Иди на, Мила. Милочка. Ну, поставь, она потом поест. Да, это я решила чуть-чуть подснять, что вот бабушка макароны и котлетка с индейкой Денька кушает. Сейчас уже поедем на поезде. Наполеон. Мама говорит, Наполеон у меня есть. А я не спросила у нее, какой Наполеон. Думала, она своими руками сделала Наполеон. А она говорит, о, еще чего. Делать мне нечего. Когда ты помнишь, чтобы я Наполеон делала? Это было еще когда? Не знаю. А вообще вот делала. Мама, тетя Марина, Катя, они очень вкусные. Бабушка, да, у нас вкусно Наполеон делала. Ну, они Наполеон любят делать. Я не люблю. Я пекла, выпекала торты всякие, вот эти пироги, пирожные Наполеона, еще когда вы маленькие были. Ну, я просто к тому, что с детства я помню, как это было вкусно. Ну, и да. Я примчалась, думаю, в гости приду к маме Наполеон. И все же это она мне говорит, что там, оливье будешь? Я говорю, ну давай чуть-чуть. Думаю, для Наполеона место ставлю, для того самого. И, короче, такая смотрю, она достает обычный Наполеон. Я говорю, ты что, его покупала? Она говорит, да. Я говорю, ну ладно. Съела два кусочка не, осталось. Ну, это мой любимый Наполеон, очень вкусный. Маме? Вот в магазине самый лучший, наверное. А котлетку дай. Котлетку съешь хотя бы два кусочка. Маме принесла туничку. Это Василёк, да? Ты померяешь? Это Василёк, конечно же, мама. Померяю, только ему надо с бриджами мерить. Наш любимый. Почему? Ну она как платье, ты её так пока померь. Я не могу попробовать. А, тебе она короткая, да, мне она как платье. Ну, твои ноги и мои ноги сразу. Я что, сейчас буду стриптиз показывать? Ну ладно, но по цвету хорошо, да, по тебе? По цвету хорошо, да. Ты не видела такую? С бриджиками, с брючками. А? Не видела такую на сайте у них? А я не заглядывала давно. Опа, ну, тут карманчик еще. Мне кажется, что твой цвет вот такой вот, куда ты... Ашка, я цвет, попаю. Да, я люблю это вот такие цвета. Лимонный такой. Я попаю. Да, не надо ручку. Мне такие цвета будут. Ну хорошо, мы все, тоже не с пустыми вам, руками, да? К тебе. С пустыми руками, с подарочками. Вы нас Наполеончиком, котлетками, а мы вас туникой. Все, спасибо, моя дорогая. Ну, мамочка, я похопаю. Пробуй. Все, бабуля, закрывай Дэню, пойдем. Спектр. Прячь голову. Будешь вместо Милки? Нет. Нет? Мы тебя понесем. А я сижу, смотрите, у меня тут напротив зеркало. Я прям любуюсь собой, любуюсь своим цветом, любуюсь своей укладкой. Я сегодня... накрасилась, смотри, видео снимала. Я и спряталась. Красотка. Ты Милочку туда спрятал, Лян, засунул туда ее. Милку? Ты где-то ее нашел? Спряталась. Нашел, туда запихнул. Спряталась. Ну-ка, вытащи Милу быстро. Ну, пускай иди. Чё мою маленькую? Чё мою сонечку? Милочку, давай, вон бабушку. Давай бабушку Милочку. Не-не-не. Давай. Дыня, ты же туда весь помещаешься, да? В переноске. Вон, Мила даже залюбопытствовала. Ты 4:15. Все, у Дыньки новая игрушка. Ну что, все, собрались, мои дорогие. Друг друга снимаем, да? Да. Все, Милочка вроде где-то спряталась. Милка бедная, глаза напуганные. Да, смотри за ней, короче, чтобы она не сбежала, а то она может. Куда она сбежит, если у меня дверь всегда закрыта?
Ну, мало ли, она найдет выход. Там окно, чтобы у тебя было запечатано. А там сетка у меня. Все, ну, хорошо, ладно. Я буду смотреть. Все, да? Спасибо за гостеприимство. Мы отчаливаем. Давайте, счастливого пути. Спасибо. Ну что, мы собрались. Мы в пятерочке, ждем такси. Она приедет через... Она такси. Такси, оно. Приедет через две минуты. Да, на машине пойдем. Через одну минуту приедет. Мы в пятерочке затарились масками. Прикольную масочку купила. Покажу потом. Так, цензура написана на английском. И еще нам дали бесплатно две пары перчаток. На всякий случай. Ну, вдруг метро там все дела. Ну что? Что говоришь, Кристофер Робин? Что-то в этом есть? Романтика? Да, смотрите, спрятались в своей коробочке. Короче, нам повезло, что мы едем вот в этом поезде фирменном, ну, новом. Они же не все такие вагоны. У нас здесь свой домик вот. Ты впервые едешь? Кристинка впервые едет. В общем, болтаем, а я... Вон там чихун маленький. Мультики я ему скачала в последний момент. Он тут бесился, кричит, лазит по этим. Короче, вообще, просто как будто на аттракционы какие-то пришел, а не на поезд, где люди спят. И, в общем-то, все. Молочко на ночь пьем. Вот, видите, то, что брали. Бананчики. С Кристиной Пасху доели, точнее, я доела крошки свои. Вот, чай пьем. Денька смотрит фиксиков. Уже сколько время, кстати, уже? 22:15. Все, скоро спать. Ну, завтра в 13:25 мы только приезжаем где-то. Так что нам еще утро. Полдня, короче, ехать. Ну что, мои хорошие, мы проснулись. Хорошо, вроде бы спали. Но я неплохо спала с Денечкой. Сейчас Денечка вон смотрит. Разрядился, да, Деня, заряжает телефон. Только не вытаскивай кейс. Сидит там. Вот Крестюшка наша. Грязнушка. Что это у тебя такое? Я же спала. На хлопковых одеялах. Как ты поспала? На хлопковых одеялах. Спала. Выспалась? В пижамке от Василька. Пижамка от Василька, реклама. А что ты делаешь там? Да, в интернете лазь. Да, у нас есть связь, представляете? А у нас вот здесь бананы, кофе. Я кофе с собой, видите, взяла банановый сплит. Здесь у меня кленовый сироп с ароматом, сахарозаменителя, все с собой. Нам осталось ехать 2 часа, погода пока хорошая, приближаемся, надеюсь, там так и будет. Я взяла в итоге с собой один большой пухан, длинный, и все, и больше никаких курток, представляете? Жилетку вот эту вот из Зары взяла, которая не греет ничего, никак. В общем, Любашка собирается, нас встречает. В общем, мы в предвкушении едем. Мы такие легли, кстати, не умывались, так что проснулись красивые. Краситься не надо. Хотя я не очень люблю, но в поезде как-то мы вчера и устали, и легли спать. И, ну, вроде нормально кожа чувствует себя. Нет такого ощущения, что хочется все смыть и накрасить заново. Но, может быть, сейчас перейдем в гостиницу, и уже захочется привести себя в порядок по-нормальному. Посмотрим. Я тоже возьму. Ты тоже автозакар возьмешь? Я его и хотела вчера, а потом передумала. Вместо Панамы, которую я хотела. Ну давай, бери автозагар. Я думаю, нормально. Я автозагарами так пользуюсь. Девочки, смотрите, спросила у проводницы. Вот продаются у них вот такие подстаканники. Вместе со стаканом, кстати, граненым. 1200 стоит. Вот такой вот латунь. Сейчас она сказала, еще какой-то принесет. Там какой-то наикрасивейший, говорит, с выбитыми медведями. Только там РЖД не написано. Смотрите, вот. Вот второй вот такой вот с медведями. Это все латунь, да? Да, вот это вот точно латунь. Ну что, мы приехали, дорогие мои, полвторого сейчас. На улице, на самом деле, отличная погода. Мы даже сняли шапки, но я так как боялась, что будет очень холодно в Москве. Я говорила, привезем с собой хорошую погоду. Сейчас Любашка где-то вот там впереди должна быть. Сейчас они нас помогут заселиться нам в отель, и будем решать, что будем делать. Что случилось? Забыла что-то? Точно? Нет. Как тебе погода? Норм? Отлично. Мы даже тепловато одеты как-то. Класс, даже ветра нету и прям вообще тепло-тепло. Как в Ростове.
все снимаю. Кристина, доставай камеру скорее. Перекрасно. Золото. Маркуля, привет. Ой, это... Говори привет, Марк. Обнимаю. Вот. Аккуратно, аккуратно. Смотрите здесь. Иди сюда, Дэнни. Иди сюда. Куда ты пошел? Марк, иди обниматься скорее. Ты что, убежал? Короче, девчонки, встретились. Будем думать, какие интересные видосики для вас снять. Люси, как всегда, красавица. Супер штаны, супер кофта. У вас отличная погода. Я вообще одета. Я же тебе сказала, зимой. Было холодно. Ну, я взяла жилеточку. Ничего. Ну что, пойдемте отсюда скорее, с этого вокзала. И все будет. Класс. Че, блин, ветер, мне это не нравится, чтобы вам было все слышно. В общем, сейчас мы оставили вещи, там пока убирают. Здесь рядом есть Макдональдс. Мы сейчас покушаем, дети обрадовались гамбургером. И мы всей толпой идем кушать. Вот чем нравится мне это местечко, то, что здесь мой любимый кофе продают. Серф-кафе. Муму, вкусняшки. Вот там дальше столовая хорошая. Красотки, вот они идут. Так, вот наш Макдональдс. Неприметненький такой, но он большой внутри. Заходим. Так, ну что, девочки, первую ночь мы остаемся вот здесь. У нас отдельная комната такая. Здесь будем спать, допустим, я. Там Кристина, ну или наоборот поменяемся. Здесь у нас столик, шкафчик, смотрите. Да мы сейчас пойдем гулять, подождите. Телевизор у нас тут свой. А вот, вот такое, это для детской, видите, поставили тоже кроватку Денечки. Вот там, если что, можно закрыть. Короче, здесь ему можно гулять. Такое все, знаете, так прикольненько, уютненько. Вещи надо тут только забрать свои. Короче, одну ночь мы здесь, а вторую ночь нас... переселят в другое, где будет большая кровать, красивая. Ну, получше номер, мне кажется, поуютнее. Завтра ночью будем. Сейчас мы спустились в метро и едем в аутлет «Белая дача». Я очень люблю в Москве аутлеты, их несколько больших таких. И прежде чем идти в торговый центр, смотреть, что у нас там продается, я сначала с удовольствием иду в аутлет. Он мне Европу напоминает, так что я вам покажу сейчас. Мы сейчас переехали, вот нам на Братиславскую нужно. На Братиславскую, правильно? Да, Братиславская, все. По прямой, а там будет автобус. Так как нас очень много сейчас, а такси нет такое с двумя детскими креслами, мы чаще на метро передвигаемся. Вот Сретенский бульвар. Красиво светится тут все. Вон они, девочки наши, идут. Все, покажу вам аутлет. Мы еще в нем не были, мы были в других, а в этом еще не были. Аутлет «Белая дача». Ну, на картинках там красиво. Так, наконец-таки мы приехали. Время, интересно, сколько мы ехали, трындец? Пока. Какие, гляньте, здания большие. Короче, вот вход в аутлет. Сейчас внутрь зайдем, и там будет как в Европе, Кристюша. Как мы с тобой в Бельгии были? Во. Мы, ну, а... кстати, столько же добирались. Мы то столько же, да, из одного города в другой. Мы, да. Это вот нет, в Москве. В разных городах. А ты не была в Москве еще в аутлете? Нет. Посмотришь, то же самое. Вот здесь вообще хорошая белая дача. Я думаю так. Я здесь не была, но я на картинках увидела, что так же. До 10 часов время у нас. Ну вот, зашли мы, смотрите, здесь вот стол информации, детская площадка, кстати, где-то есть. Вот такие улочки. Вон Левайс, Пьер Карден. Что у нас тут еще мы видим сразу? Что я вижу? ЛТБ, Кенгуру, Паула Конте. В общем, и туда вон еще прямо. А там фонтанчик красивый, сейчас посмотрим. Здесь у нас аутлет ЦУМ, а вот фонтанчик. Он, наверное, тоже, как у нас везде, это музыкальный. Но пока что здесь вот холодно. Дэнь, классно? Фонтан, только не надо туда идти. Холодно, не надо. Короче, вот такой центральный, видите, Outlet Village. Пока что я не увидела каких-то своих магазинов, в которые бы я хотела зайти, если честно. Но надо пройтись. О, водичка. Так, смотрим за кроссовочки, зашли в No One. Смотрите, стоили 30, сейчас 21 300.
очень много прикольной, красивой обуви. А я ищу что-то типа, как вот я в магазине у нас увидела, только хочется в оригинале что-то найти. Еще кроссовки прикольные, смотрите. Та-дам! Цены, конечно, тут, ну, высокие, да, но со скидками. Смотрите, какая сумочка с пистолетиком. А кто это у нас, интересно? Так, сумочка 17 стоит, а вот кроссовочки еще мне понравились. Смотрите, какой хвостик здесь прикольный, сеточка. Это у нас, так, не пойму, что за фирма. 34, 35 стоили, сейчас 21. Кожа Италия. А вот, Майгрей. Интересные. Это эска, да? Да, это эска. А ты еще какую брала? Здесь она маловато, еще Нашли, да? Да, смотрите, 26-й, 28-й. Померить, как еще стоит, наверное. Еще и тянется. А 28-й, а 29-й, да? Да, 29-й. Слушай. Эти большие, мне кажется. Ой, вот эти хорошие. Это вот... Нет. Ну, давайте. Но вот этих прикольные. Пленки. Девочки, быстро внизу в комментарии пишите, как вам сумочка. Сумочку вот вы, ну, посмотрела, она прикольная, цена у нее прикольная, и она такая, ну, как бы такое, не желтое золото, а такое, знаешь, холодное золото. Оно как бы даже вот так подходит. Но все-таки пользу серебра у меня, поэтому это я так просто примерила, девчонки. Так, а цена у нее, кстати, какая здесь? Хорошая цена. Стоила она вообще 21 200, а сейчас 7 400, считай. Вот. Халява прям, да? Халява прям, да. Так, вот смотрите, Люси увидела вот такую вот футболочку и вспомнила, что она мне дарила на день рождения кроссовки с оранжевыми вот такими штуками. И я такая думаю, ля, так это ж под кроссовки, так что беру. Так вот. Вот, смотрите, жилетон прикольный. Ну, прикольный, яркий такой, интересный жилетон. И сзади вон прикольно. Интересный, короче. Так, ну что, мои хорошие, я взяла себе здесь вещички. Не все вам показывала, не все успела. А каждая вещь осмысленная. Давно уже хотела кое-что взять здесь. И наконец-таки такая думаю, что ждать? Уже какой год, я думаю, взять. Поэтому взяла. Сейчас еще пройдемся. Заходим в ГЕС. И у них, как всегда, для любительниц золотишко, серебришко. Все такое красивое. Так, цены сейчас я сориентирую. По 2 590. Футболочки. Ух, тылики такие красивые. Кепочки. А у нас, кстати, ГЕСы закрыли же в Ростове-на-Дону. Одета я, конечно, сегодня как шалтай-болтай какая-то немного. Потому что непонятная погода. Вроде это... Ну, я теплую просто кофту взяла, одна у меня эта теплая. И получился вот такой немножко разноцвет. Розовый, черный, белый. Ну, вроде норм. Зашли в местечко такое интересненькое, фуд-холл в Аутлете, покушать. Здесь разная кухня, итальянская, грузинская, греческая. Чего, солнышко? Сейчас покушаешь, только ручки надо помыть. Вот здесь гавайская кухня, вьетнамская. А вон водичка у Кристины, пойдем. Здесь для деток вот есть чуть-чуть поиграть. Девчонки сидят. Кстати, кто не знал, эти все мадамки-блогеры. Ссылки на них будут под видео. Здесь такое у нас еще одно центральное местечко. И здесь, смотрите, как красиво. Вниз вода. И шар такой крутится красиво. Вот, мокрый. Ну что, мои хорошие, мы походили здесь. Мама! Все, уже темнеет. Мама, что? Ты пришла? Да. Уже темнеет. Мы сейчас хотим сделать общее фото. Очень красивый фон такой. И поедем домой, по домам. Так, мы вышли из метро. Смотрите, как близко мы живем. Вот здесь отель Никольский рядом. Такое красивое здание. Вот оно. Метро Лубянка. Вот мы вышли. И идем вот по улочке. Сейчас в столовую зайдем. Поедим супчика, потому что у меня что-то желудок болит от сухомятки. Вот. Че, Кристик, Нолик, ты устала? Да, ты меня замучила. Короче, да, мы хотим поесть и поспать. Вот, кстати, вот уже рядышком. Вот заходим, переходим вот там дорожку, и все, вот там вот уже за вот этим домом мы. Ой,
девочки, я когда ехала в Москву, я так чувствовала, что что-то да случится. Наверное, я надеюсь, что это самое страшное, что должно было случиться. Потому что было какое-то у меня предчувствие, что в Москве что-то случится. Что вы думаете, девочки, у меня отвалился зуб? Да, у меня отвалился зуб. Но смотрите. Дома тогда отвалился, это не потому, что ты сюда приехала, но на счастье. Ла-ла! Зуб, где у меня был люминир, причем это не люминир отвалился, это у меня открошилось ползуба. То есть я ела конфетки, мои любимые, хотела вам даже сказать, что девчонки, вот они, мои любимые конфетки. Но они такие, знаете, как грильяж с миндалем, карамель такая там твердая. И я прям одну за одной, я не могу остановиться, я как семечки их ем. И тут раз мне... Во рту что-то жесткое такое, крупное. Думаю, может там крупный орех какой-то засахаренный, знаете. Достаю, короче, и вижу, что это зуб. И думаю, да ладно, что у меня зуб в конфете. И я, короче, и мне же не больно, ничего. Я такая смотрю, думаю, неужели откуда-то отвалился? А я не пойму, откуда. И у меня весь рот в конфете, вот в этой карамели. Короче, пошла, пополоскала, все помыла. И увидела, что да, у меня вот здесь вот, ну я не буду вам близко показывать, да, просто видите, да, у меня теперь вот здесь вот такая-то дырка как бы. У меня отвалился зуб, да, ползуба открошилась. Ну, в общем, я не знаю, я сохранила этот зуб, я узнаю, можно ли люминир мой как-то обратно сделать, но, скорее всего, мне, как внизу композитные у меня виниры, мне просто здесь донарастят, отреставрируют красиво, без, ну, как бы даже уколов, я думаю, просто отшлифуют все и нарастят красиво зубик. Но это лишние там 3-4 тысячи, да? Будет. Надеемся, 3-4 тысячи. Один зубик. До рублей. Рублей, да. Надеешься. Ну, я, конечно, была в шоке, в легком немножечко. Сейчас уже, конечно, смеемся, ржем. Ну, вот приехала в Москву и в первый же день зуб потеряла. Кайфует. Вот эти вот штуки опасные, я не знаю, полочки, типа для удобства. Но на самом деле очень опасно. Опасные места для хранения. Ну, здесь. А, здесь батарея, кстати, у нас есть, если будет холодно. Нам закрыли это окно, мы пришли, холодно было так. Ну, Денька что-то здесь не лежит. Я бы с удовольствием, кстати, вот здесь поспала. Здесь очень уютно. Ну, короче, такие дела. Сейчас будем спать. Кикарсинка лимон пьет с водичкой. Я зуб потеряла. В общем, спокойной ночи. Я не знаю, что завтрашний день. Но... Вообще, вы заметили, что когда мы с Кристиной куда-то едем... Блин, у меня в класс что-то попало. Не надо вот это вешать. И когда мы с Кристиной едем куда-то все время отдыхать, у нас все время какие-то интересные приключения. Все обходится, конечно. То паспорт мы потеряли, помните, в Бельгии? На поясную. А, всю сумку? Всю сумку. Что достали мои миллион долларов. Да, короче, весело. Ну, я надеюсь, это самое серьезное, что должно было произойти. Так, то есть ты не будешь больше эти конфетки, да? Нет, кушай, если не хочешь зубки потерять. Ладно, все, спокойной ночи, будем укладывать. А вот этого засранца, потому что он уже все нервы вытрепал. Спокойной ночи, конфетки, до завтра. Конфетки теперь они все мои. Что, мои хорошие, всем доброе утро. Мы переезжаем в президентский номер. Number one. Мы уже переехали. И смотрите, как у нас здесь лакшери. Вау. У Кристинки уже местечко пригрело. Тут у нас зеркало на входе. Мы такие еще не умытые до конца. Здесь нет шкафа. Но зато здесь, посмотрите, какая спинка у кровати. Надо фотки нам поделать, да? Здесь, короче, чемодан поставили, тут чуть-чуть больше, да, с той стороны места, как раз для чемодана. Вот, а так все, ночнички везде, свои полочки у каждого. Кристинка, да, мы теперь сможем нормально спать. У нас здесь больше места, чем вот так вот, да, мы по отдельности спали. Ну, вот такая вешалочка есть, красивый вид, вот здесь телек, вот, сейчас вам покажу. Ну, обувь можем подвинуть куда-нибудь. Да, красиво было. Нет, она вон, она там. Да, здесь, кстати, вот здесь можно, да, видите, спрятали раз, а потом вот так раз, красиво. Короче, очень светлая комната, обои, кстати, прикольные. Я видела в Леруа такие, прикольные обои. Зайка, вот там прямо туалет у нас здесь, ну, комнаты такие, не знаю даже, какие здесь комнаты. Сейчас уборка идет у нас. А, вот шкафы на входе. Короче, прямо там у нас душ, туалет, еще три туалета, короче, один душ. Совместно. Но также мы и на первый этаж можем ходить легко, все делать. Ну что, тебе здесь нравится? Да. Лучше, чем там? Да. Поприкольнее, да? Мне тоже нравится. Ну все. Продолжаем пить кофе.
Денечка почистил себе бананчик, да? Будешь кушать. Эти бананы надо убрать, скрывать. Хоть они чистенькие, мама их помыла, но все равно. Вкусно? Да. Ну, кушай. Красинка пошла купаться. Ничего не пошла. Красинка пошла купаться, не знаю. А мы с Денькой сейчас полежим и потом пойдем купаться тоже, да? Рыбку мою. Да. А потом пойдем гулять. Мы поедем поезд. Мы поедем потом домой на поезд. Так, также у нас здесь вот такой туалетик и душек есть совместный. Сейчас я Деньку искупаю, потом пойду сама. Отведу его к Кристинке и пойду сама. Давай. Это закроем. Что, мои хорошие, я искупалась. Деньку искупала. Прихожу, они тут мульты смотрят, уже включили. Карусель или ютубчик? Ну все, сейчас мама посушится, и мы поедем куда-нибудь, пойдем, точнее. Так, мы пришли в столовую. У нас такая столовая, кстати, ее не снимала, да? Вот столовая у нас, смотрите, Денечке я сделала. Какие вкусные, попробуй. Стояла, жарила, в общем. Мы с Кристинкой грибной супчик кушаем. Вот здесь у нас, смотрите, вот так вот надписанные продукты у всех. Ну, наших немного, там пакетик лежит. Вот чайники здесь, все дела, вот там готовят. Здесь все моют. Там еще холодильников куча. О, окошко куда-то выходит. А вот здесь я помню... Ай, вот здесь, помню, была вечеринка, помните, когда я была? В прошлом или позапрошлом году, я не помню уже. Здесь был стол. И здесь была какая-то вечеринка, потому что на какие-то праздники приезжала. А сейчас, видите, унитаз стоит. С мусором. Зая. Вот мы покушали, теперь поднимаемся. Мы теперь живем на втором этаже. Я вам уже показывала это или нет? Я уже забыла, если честно. Листановочка что-то вот. И вот в конце коридора Денька открывать пошел. А он покушал, быстренько поднялся на второй этаж. Я его зову. Он стал возле двери и стоит. Я ключи не взял. Открывай. Ключ. Еще. Крути. Крошки мои, мы вышли. В общем-то, сейчас пойдем по некоторым делам. Я сегодня уже не стала рисковать. Оделась чуть-чуть потеплее. Смотрите. Там у меня костюм черный просто. Деньги тоже вон все. Кислотно электрик, я не знаю, зеленый тоже. Да. Мама, мама в черно-белом, в основном в черном. А крестная? Мы, да, тоже черно-белом. Черно-серо-белом. Крестная у нас в черно-белом. И немножко прихрамывает. Она натерла ногу. Да, смотрите, какой у нее сегодня стильный образ. Джинсули я решила ей задарить, да, потому что они ей больше смотрятся, лучше. Вот, ну, я думала, у меня такие есть уже похожие, и Кристинке, значит, хорошо. Тем более под ее обувь я подумала, что это то, что... Красные губы, как на картине. Как на картине? Прямо сегодня в стиле. Кристина сегодня, да, красотка. Я надеюсь, мы где-нибудь ее сфоткаем красиво. И она выложит хоть одну фотографию из тысячи прекрасных, которые я ей сделала. Из тысячи прекрасных? Да, хорошо. Я уже пост придумала. В общем, идем гуляем по центру. Кстати, сегодня, так как зуб у меня не болит, да, все нормально. Я даже забыла про то, что у меня отвалился зуб. Единственный момент такой, что если я буду улыбаться во все свои 32, у меня будет видно там, ну, темное, как бы, как будто у меня нет зуба, да. Вот. Но я думаю, что надо уже позвонить, наверное, своему стоматологу. Я думаю, она красиво отреставрирует, там как бы ничего такого, запилить просто и сделать композитные, ну, под зубик красиво. У меня такое ощущение, что это старый Арбат, но нет, да? Это не старый Арбат, но очень похоже. И не написано нигде улицы. Красиво очень улицы, похоже на наши, это, соборные, или как там называют его, да? На наш соборный, вот, красивые такие огоньки классные. Так, вот я вижу Дейли, а где-то здесь должно быть азбука вкуса, может, он чуть-чуть подальше. Да, это я захожу для новой рубрики посмотреть. А, это у тебя Дейли. А азбука вкуса АВ, это может оно и есть? Азбука вкуса Дейли. Может это оно и есть, азбука вкуса Дейли, я и не знала. Так, зашли в какой-то гастромаркет, тут новый открылся. Вот такое местечко, и здесь разные представлены магазинчики.
Видите, сейчас так модно в последнее время делать. Не знаю. В общем, здесь нойковские рестораны, 4 штуки есть, мне сказали. И что-то тут прикольненькое. Мы решили пройтись, посмотреть. Мы находимся в центре, нашли один магазинчик. Идем. Здесь у них на втором этаже такой магазин находится. Вот в Москве в центре все вот так. Не будет вам... Не, ну у кого очень много денег, тот, наверное, супер-класс сделает. Ремонт, тут все лакшери, да? А вот простые смертные, ИПшники, работают вот так. Что такое? Тебя снимаю. Ну, слушай, значит, стой. Ой, в общем, сейчас мы заходили в секонд-хенд местный. Винтажных всяких фирменных вещей. Трындец там цены, девочки. Курточка там джинсовая за 34 тысячи. Еще и весит она 5 кг. Тяжелая такая. Ну, в общем, я так прошлась, что-то желание не появилось мне что-то такое там взять. Вообще хотела зайти в какой-то секонд в Москве и снять вам видео такое, вот как у нас в Ростове снимаю. Ну, посмотрим, может, мне еще удастся в какой-то секонд зайти. Более такой, знаете, не винтажных вещей, а обычных всяких разных. Посмотрим. Я поштудировала, в Москве очень сложно все найти. Тут даже 2 секонд-хенда было в соседних домах. И, в общем, один мы так и не нашли и не дозвонились. Я не знаю, где он. Второй тоже где-то во дворах. Ну и вот в итоге цены космос. Так, зашли мы в вареничную. Написано было на входе, что это легендарное какое-то кафе. Смотрите, тут все так уютненько. Клетчатое, зелененько. Баранки висят. Все очень так интересно сделано. Раскрасочка для Денечки. Кристина. Короче, я захотела вареники, на самом деле, и с картошкой, и с вишней, мои любимые вареники. Сейчас посмотрим, чем нас тут накормят. И супчик вообще хорошо. Тут даже в туалете, смотрите, старые такие вот раньше были у всех двери. Прикольно. Вот, легендарное кафе вареничное номер 1. Пойдем. А вот тут тоже двери служебные. Кристина нас ждет. Залазь туда. Туда залазь. Так, поела сейчас щи. Они были безумно вкусные. Просто, как я люблю. Идеально. Деньки, омлетик. А что ты не кушаешь? Не остыло еще? Да, дай... оставила свои. Можно я попробую? Давай. Шоколадные вареники заказала с вишней. Очень интересно мне их попробовать. Выглядят очень аппетитно. Они выглядят, они очень неаппетитно. Выглядят они очень аппетитно. Деня, будешь вареник? Смотри, шоколадный вареник. Абсолютно верно. Шоколадный вареник. У нас с Деней вкусы совпадают. Он говорит, я хочу покушать. А это типа не еда, да? Потому что мы едим яичницу. Он хочет покушать и есть вот там яичницу. Итак, для начала я вот так вот вареник этот раздолбала. Он без кости. Пробуем. Пахнет шоколадом. Как выглядит? А что за пошли? Аж Деня, глянь, заплакал. Что у нас за ковырясь? Короче, девочки, обычные вареники намного лучше. Это вообще что-то непонятное. Тесто вообще непонятное. Вишня вкусная, а тесто вообще непонятное. Есть отдаленный вкус жареного лука. Вот здесь. Видимо, надо на сковороде жарить. Не стали менять, да. Сковороду или что, я не знаю. Либо ложкой. Возможно, они забылись и продолжили делать, ну, не сладкие. Потом вспомнили, что вишня была. Либо ложкой в масле залезли. В луки. В общем, не знаю, сколько я съем, сколько выдерплю. Тут еще была в комплекте сладенькая сметанка. Сейчас попробую со сметанкой. Может быть, сметанка придаст более сладости варенью, потому что он не сладкий какой-то. Шоколада вкус есть, кислота вишни есть, а сладости нет. Но со сладкой сметанкой уже получше. Чуть-чуть. Потому что вкус сметанки. Боже, что это?
Ну что, мои хорошие, вышли мы из вареничной нашей, легендарной, один. И знаете, на чем я поймала себя? На том, что, блин, столько времени я прожила в Москве. И вот такое ощущение, что это все было не со мной. Один, да. Что как будто вообще я сейчас живу другой жизнью, хожу вообще в другие заведения. Я не хожу даже туда, где я ходила и была раньше. Не общаюсь с людьми, ни с кем практически из прошлого. Ну, практически, там, 99% ни с кем. Там, с Любашкой моей только, да и все, по-моему, в Москве больше никого нет. Представляете? И вот реально я сижу такая, ловлю себя. Этот город не стал чужим, он все равно какой-то родной, свой как-то, как будто я в своем городе, только где-то в центре, в самом, да? Я хочу покупать. Нет, Зай, мы уже домой идем. Вот. Здесь очень уютно, комфортно мне, как бы, да? Но как будто той жизни и не было. Очень необычно. Кристинка там где-то пост пишет. Все пост пишет. Короче, очень интересно. Сейчас зайдем в магазин, возьмем что-нибудь уже с собой и будем отдыхать. Из-за того, что вчера у нас было так все насыщенно, мы вчера приехали, получается. Нас Люба встретила, и мы сразу же, что мы пришли домой, пошли поели, вернулись, разэтывались, разложились, потом поехали в аутлет в этот. И потом обратно, дорога была долгая, тяжелая такая какая-то. И, в общем, насыщенная от того, что у нас 5 человек, 2 детей. И все вот так, мы очень устали. Поэтому сегодня у нас такой немножко день лайтовый был. Вот здесь по райончику просто пройти. Вот. Поэтому сейчас домой отдыхать, сейчас время 6 часов. Сейчас в магазинчик зайдем. Можно было бы еще потусить, как бы в Москве до 22, до 23. Заведение работает, но, честно говоря, нет сил. А завтра нас уже пригласили в гости, тоже будут детки, Люба будут, детки будут, в общем, поедем туда тусить. Это вот мужская доля. Скажи, дай мне весь пакет, Кристин, дай пакет весь. Не надо, тяжелый пакет. Неси сама, скажи. Не хочешь мне весь давать, неси сама. Была прекрасна эта ночь, скажи, зачем? Точнее, ночь еще у нас здесь не была прекрасна. Мы только ложимся, главный свет выключили. Включили наши маленькие. Ой, вот так вот лежим, смотрим на подоконниках у нас. Всякая еда, косметика. Нам хотели принести сегодня тумбочку, мы отказались. Мы сказали, не надо, тут не так много места, тумбочка нам не нужна. И решили так все оставить. Короче, мы с Денечкой лежим вот так, да? Смотрим мультики. Да, киська? Вообще такое прям вялое, вялый такой день, спокойный, вялый день сегодня. Вот. Ну, отдыхаем. Отдыхаем. Всем доброе утро. Мы нашей маленькой компашкой отправляемся сегодня в гости. Сейчас мы заедем в одно местечко, там я для видео кое-что посмотрю для вас на втором канале. Вот. Потом мы едем в гости с Любашкой, едем к Татьяне. К Тане. К Тати. Это Любина подруга, мы с ней заочно знакомы, переписывались, общались. В общем-то, ну, как бы, знаете, когда одна общая подруга у вас, вроде бы вы как будто друг друга знаете уже. Но сегодня у нас будет непосредственное знакомство, и Кристина тоже познакомится с ней. У нее тоже малыш, Даня. У нас Дэнни, у нее Даня. Люба все время путает их имена, ну, меняет их местами. Вот. Но в целом знает, кто как, кто кого как зовут, просто когда быстро говоришь, все время заговариваешься. Даня, Дэнни, Дэнни, Даня. Вот. Так что будет знакомство сегодня, и Маркус будет тоже. Я сегодня очень, ну, хорошо спала, но плохо засыпала. У меня какое-то странное состояние. Вот сегодня все утро Кристине жаловалась. Мне не хватало воздуха. Я прям реально на одном боку, на другом не получается уснуть. Я выпила противоаллергичное, может быть, чисто психологически оно меня успокоило. Я сейчас думаю зайти в аптеку успокоительный все-таки купить еще. Потому что вместе с тем начинается паническая атака, что-то сердце начинает, да, думаешь, блин,
А вдруг ты сейчас уснешь и проснусь я резко от того, что мне не хватает воздуха. Открыла, в общем, еще окно еще больше. Прям вдыхала этот воздух и, в общем-то, уснула. Вот, и проспала всю ночь хорошо, то есть не просыпалась, ничего. Но только я проснулась, и снова это непонятное состояние такое, знаете, не очень приятное. Не очень приятное состояние, какой-то усталости, сил нет, воздуха не хватает, откашливаюсь, ну не откашливаюсь, а вот, вот это вот, знаете, изнутри непонятно. А так Денька бодрячком, Крестюха вроде бы бодрячком. В общем, вышли на улицу, думаю, может, сейчас легче станет. Не буду долго нудить о своем здоровье. Вот. Но, конечно, здоровье, оно немного омрачает пребывание в моей любимой Москве. Но я постараюсь отвлечься. От этого можно отвлечься, вот еще я заметила. Вот. Кристинка там натерла себе ногу, идет. Я говорю, натерла себе ногу, идет медленно, говорю. Не поспевает за нами, торопыгами. Москва чистая, видите, не безлюдная, нам нравится. Погода сегодня отличная. Мы подумали о том, что в Ростове, наверное, погода еще лучше. И те, кто поехали из Москвы, может быть, в Ростов, сейчас там кайфуют, да? У нас там море рядом. Ну, короче, у нас там клево. Жара, в майках, наверное, ходят все. Но мы сегодня так оделись, и это хорошо. Ветра нет, солнышко. Мне нравится погода эта. Ну что, мы едем в новом поезде. Тут, кстати, очень даже не так шумно, как в обычном. Венечка держится, да? Грызнуля поела печеньки разноцветные. Выйдем потом, говорит, Кристина. Тут тоже вся на переписка, на движухе. Да, я просто думаю, как ремонт мне сделать поскорее. Да. Я уже договорилась за поручни, думаю. Ну, как красивее сделать. Короче, Кристина все думает о доме, как его скорее закончить, достроить, ремонт, лакшери сделать. Все своими руками. Ну, что делать? Вот. А я еду. К Любе. Короче, мы навстречу сейчас к Любе едем. В метро. Ну, понимаете, на дом нужны деньги, поэтому мы ездим на метро. Да. Лишний раз на такси деньги не тратим. Лена вот переработала, когда перед отъездом он сегодня. Я прям переработала, я очень. Лица нет. Лица нет на мне, да. Теперь на успокоитель. Ну что, нервная, надо отдыхать иногда. Нервная работа. Комментарии иногда пишу, да? Приходится на успокоительный сидеть. Да, ну, комментарии. Ты заметила, как тихо мы едем? Тихо, да, едем. Вообще не громко, мы можем разговаривать. Ладно. Сейчас мы едем отдыхать. Да, потому что мы очень много работали. Ну что, да. Следующая. Следующая станция какая? Да. Мы на Сходнинской приехали. Помните, мы уже здесь были. Кто-то даже писал, о, моя станция. Здесь мы встречаемся с Люси. Денька нашел свои любимые эти кубики. Любит бегать. Кстати, в прошлый раз, когда мы здесь были, он был поменьше. Он еще не мог залезть особо на них. А сейчас уже он может прыгать, бегать по ним. Это нормально. Все нормально. Ладно, ждем Люси. Кристинка вон там разговаривает по телефону. Ой, смотрите, Марк пришел. У нас с подарком даже Дэнни подарил. Представляете? Какой-то мотоцикл. Будут гонять, короче, вместе. Вы... Ну что, мы встретились с Люси. Сзади Маркусито там, как король сидит на отдельном месте. Денька здесь. Минивэн заказали, так как нас много. Кристюшка впереди. Смотрите, у нас все небо видать, музыка играет, дети рады. Мы едем, короче, так красиво, все панорамно, у нас сверху, снизу. Все видим, все смотрим. Кристюш, тебе как? Кристина, у нас тоже какая-то королевишна. Вот что я везу, ты у меня спрашиваешь. А, вот что ты везешь. Я вижу. Заказ? Везу. Да, это заказ. Это на антивозрастное после 60. Надо у тебя в магазине мне полазить, надо не забыть. Это после 60. Класс. Это для взрослых, для бабушки. Кайф. А там. Полный пакет у Люси. Там. Я говорю, ты что там везешь? Да. А тут заказали патчи. Ага. Сразу две. Ой, милота какая-то. Это подарочки. Класс. Супер. Батчи, еще нет. Солнышко. Еще нет. Небо, я звезда.
сразу понятно, что у меня сил нет быть, да? Ладно, едем. В общем, мы приехали смотреть, какие хоромы нас встречают. Так, аккуратненько. Он как вы живете красиво, прям. Да. Как думала, знала, кого в гости звала. Так, сейчас раздеваемся. Заходи, это Кристина, Таня, Тати, да. В общем, сейчас мы расположимся и уже потом что подснимем. Пошел. Иди, давай, Дане печеньки. Дэнь, говори. Давай, 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 давай. Убегает, а ты не убегает. Так, а детишки сразу напали на игрушки. Покажи, Дэнь, смотри, какая дорога тут. Смотрите, машинку вот так кладешь. Дэнь, как это играть? Покажи. Когда? Ну-ка, давайте. Ух ты, классная какая штука. Смотри, вот так. Вау, это прикольная вещичка. Это тачка. Не подойдет. Почему? Это тоже подходит. Все подходит. Нет, что, что, не нам взрывай. Короче, классная игра. А еще что тут есть? Смотри, еще какая-то игра есть. А вот еще игра, смотри, классная. Супер, супер. Смотрите, вот там еще планшет. А Даня в планшете, да, скажи, зачем мне игрушки? Смотри, машинок сколько. Класс, игрушек сколько классных, классных. Вот это круто! Ой, все, Даня говорит, не трогайте мои игрушки. Да, скажи, налетели тут на мои игрушки все. Мама. Девчонки там общаются. Кристинка тут все по ремонту. Она присматривает себе в дом что-нибудь, что сделать. Все сразу, конечно, мы как это, после ремонта сразу так, из чего полы, из чего стол. Идеи берем. Вообще очень уютно, классненько здесь. Ну что, дорогие, наконец. Мы встретились, да. Тати, кстати, тоже у нас блогер, только Инстаграм. До Ютуба не дошла еще. Посмотрите, они приехали в гости, и все с камерой стоят. Твою скрыл. Да. Ну все, давайте наконец-таки за знакомство, за встречу. Наконец-таки познакомились, это только заочно все. Да, вот знались. С тобой. Как? А, когда? Мы же виделись с ней. Мимо проходили? Реально, ты не помнишь, да? Я не помню. Да, когда ты жила на Тверской? Там, да, что-то там цветной бульвар. Все, вспомнила, ты проездом была. Да, да, мы на улице, по-моему, пересекались как раз. Ну, видимо, не сидели вот так, нет. Не, ну, поэтому, может, я и все, подзабыла. Бухать. Бухать, а, все. Выдала секрет, сейчас будем бухать, давай. Последний раз это я. Все, девчонки, последний раз. Ура! Прощаемся. Давай, давай. А в этом вся Кристина. Надо, чтобы она считала, у нее же камера. Самые отважные, самые через лес идем, реку. Короче, оставили малышей наших с Таней и с Кристиной. Вот. Кстати, вино взяли, которое Люба посоветовала. Очень вкусное. Да, я знаю. Да, хорошее. Но я так себя очень плохо чувствую. Я чуть-чуть, потому что я не пойму, вдруг алкоголь сейчас тоже как-то еще больше. Хотя он может расслабить, с одной стороны, успокоительные я купила, а мешать их нельзя, я еще успокоительные не пила. И думаю, сейчас может... Ну, короче, вот, чуть-чуть выпила, буквально 3 глотка на голодный желудок. Повезло чуть-чуть. Вот, короче, мы идем, смотрите, вот здесь через лес. Классно, тут речка. Мы, короче, здесь зимой, когда приезжали, тут с горки скатывались на этих кругах. Как их? Ну и понятно, на штучках. Что? На штучках. Господи. На круглых штучках. Сейчас, подожди. На ватрушке, господи. Селенин Ленгвич. На штучках круглых, все просто. Я вообще, честно говоря, встречала своих людей, мои люди. Мои люди. Мои люди всегда со мной. Это, я встречаю. Слушайте, это запах. Да, купила Киллиан новый тревел. Ну реально, понюхай, вот они выветрились, поспали. Да, классный, хороший. Классный, да? Я просто фанат вот этих вот всяких духов и косметики. Я тоже люблю всякие духи, но я ими что-то редко духаюсь. Я не, ты чё?
У меня вон этот сегодня утром. У нас, короче, дома не было ничего не было покушать, потому что мы не покупали. Мы кушали духи. Нет, мы не кушали духи. В общем, и соответственно ничего нечего было завтракать, и это. Мы позавтракали духами. Позавтракали духами. Короче, винишко. Я выпила 3 глотка. Я тебе и говорю. И короче. Суть-то в чем? Сейчас расскажу. Давай. Мы это завтракали. А это в следующем влоге. Всем пока-пока. Все, вот магазин, видишь, белый. Вы верите? Да. Мне кажется, что Люба решила меня куда-то завести. Посмотрите. Ты куда меня ведешь? Что я тебе сделала? Сейчас иди. Смотри, лес у тебя тоже вон там во влоге. Вот, вот, магазин. По-моему, я где-то что-то не так сделала, и она такая... Конкретно! Идем, там магазинчик! Я тебе сейчас покажу за углом! Сейчас прибьет меня где-нибудь. Ну, если что, знаете, где меня искать. В лесу. Только где этот... Место дислокации оставь. Дислокации. Что тебе надо? Курица. Курица? А где курица, говорит? Наш главный разжигатель тут. Огня, костра, или как сказать, разжигатель. Да, случайно набрала. Пока мы, короче, тут собирались, Люба уже здесь сюда вообще намутила. Это ты угли уже открыла, кинула, да? Да. Рожек налила вот так, да, и подожгла. Мы взяли вот такие вот Мираторг, смотрите, крылышки уже в этом. Как все прекрасно, когда еще кто-то снимает. Да, это такая память. Такая память, девочки. Дети играют среди поляна целая. Красота вообще. Так что горит. Деня, мячиком аккуратно. Так, а здесь у нас, смотрите, поляна. Кристина собирается, у нее зашнуровывается долго обувь. Вот, мы пока уже здесь, и вот я нарезала красоту такую, тут сырочек, тут у нас пармезан, потом какой-то гауда или года, или года, я не поняла, и российский для детей, если что. О, колбаска с 2 видов и вкусный помидорчик. Черри. Вино у нас одно было, я еще первое пью. Второе крымское, мы не посмотрели, взяли вместо сухого полусладкое, короче. Но мы еще третье какое-то взяли вино. Кто хочет пить, выпьет. Да, кто хочет пить, выпьет. Клево у вас тут, Танюша, вообще. Какие помидорки вкусные. Да, помидоры шикарные. Просто лакшери-зон. Лакшери-зон. Да давай сырые есть уже, я уже голодная. Вот так прям. Какая-то специальная штука. Короче, огонь немножко погас уже, да, и угли чисто тушатся. Вот, видишь, красные. Да, да. Угли, как ставить надо, когда угли красные, чтобы огня не было, чтобы сжечь. Ой, смотри, сколько много там, оказывается. Кажется, так мало, я смотрю, все равно нормально там. Салфетки надо было влажные взять. Тань, нальешь водички? Запах. Ты чувствуешь этот запах? Данечка, отойди с палочкой. Горячая очень здесь, опасно. Люба, главное, такая вся красивая, такая вся в красивом. Не жалко костюмчик? Костюмчик. Давай я. Смотри. Так, руки только не замарай. Давай, аккуратно. Мне надо что, вот так поделать, да? Да. Сесилия, она помощница. Там осталось три. Люб, осталось 3 штучки. И вот что ты. Отдельно потом. Я ей тоже говорю. Любовь закладывает. Вообще-то любовь вообще всю работу вот сюда делает. Сделать. Почему? Вселенная, я смотрю, машет опахалом. Да. Подпихивает палочкой, сучочком. Не, ну их мне надо будет еще перевернуть. Мы перевернем их. Вот они, ручки, худенькие. Да палочка. Чё? А? Нельзя палочку? Нет. Почему? Потому что она грязная. Ну, говори. А, грязная палочка. Чистая палочка. Грязная палочка, не больно. Чистейшая эко-палочка. Самая лучшая палочка. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Вообще классно в частном доме жить. Супер. Когда вот такая полянка, вообще Денька, вот там у меня песочек играет. А Люси там готовит что-то. Девочки вот там отдыхают.
Кристина недовольна, что недовольны детки наши тут. Ты водой поливаешь, там огонь же у тебя снизу. А ну-ка, что происходит? Огонь! Ты... Какие классные, красивые. Я люблю поджаристые. Смотрите, нет, одно это получилось. Я, блин, ролик, видео записывала и отвлеклась. Вот оно что, да. Блогером как быть. Сейчас еще сгорит бутылка. Девочки, улыбайтесь. Она пока записывала. Блин, какие вкусные. Да давай вот так все помешаем. Улыбаемся. С углями смешаем. Работает. Ой, это я всегда счастлива. Это что? Ой, ну что, я так хочу кушать скорее. Что там Люси готовит? Ой, какая красота поджаристая, как я люблю, да? Люси знает, что я люблю поджаристые. Вкусненько. Скоро готова будет? Ничего. Чуть это кожура, ничего страшного. Ты расстроилась все равно? Ну, конечно, отвлеклась. Ну, блогер, а что? Надо выбирать, либо готовка, либо блогерство. Ну, поэтому я не люблю, блин. Поэтому я не готовлю, потому что я всегда снимаю, понимаешь? Так, а ты тарелку вот сюда будешь? Да. Она чистая? Да, конечно. Мы идем. Мы решили остаться с ночевкой у Тани. Точнее, они им предложили, уговорили. Тут надо... Супер, вообще, как красиво. Вкусная паста выдавливается. Вау. Ой, я знаю, это японская или корейская, да? Да, офигенная. Классная, тебе нравится? Вот случайно ее взяла, просто попробовать, офигенная. Ага, я тоже на нее поглядываю, думаю, надо взять попробовать. Так, вообще красота. Я люблю, блин, я так... Там трусы, носки, сидела. Ой, как пахнет. Класс. Рум-тур прям. Это же постирочный ткань. Простенько. Возможно, здесь бардак, да, здесь бардак. Ой, это Данькина комната. Возможно, здесь бардак. Да, класс. Так, ой, бардак, слышишь, чистота такая. А вот они мои, красоточки. Данькина. Он один стоит у меня. Это Данькина комната. Ребенка. Это да. Моя. Твоя личная? Да. Личная. Тоже у меня бардак. Аборсмент. Вещи, которые я глажу. Классно, классно. А тут у меня... кабинет. Все так светленько. Здесь тоже есть. Сколько у вас тут комнат? Я уже сбилась со счета. Здесь только у меня расходная фраза. Да. Таня, кстати, занимается оптом, бижутерией. Здесь спрятана кровать. Как называется бижутерия ваша? Данс Копенгаген. Данс Копенгаген. Да, здесь кроватка спрятанная тоже. Для гостей каких-нибудь, которых надо спрятать. У всех девушек гардеробная как гардеробная. А у меня все с украшениями немножечко. Вау! Круто вообще. Я подвинула, просто купила стеллажи. Давайте что-нибудь вам покажу красивенькое из украшений. Ой, красота. Это твой кабинет, твоя мастерская. Так это у тебя как шоу-рум или нет? Мечта. Нет, я здесь только собираю. Только я мечта любой девочки. Они заказываются через интернет, через сайт. А ссылочку твою... Ну только оптом, девочки, только оптом. Кто-то хочет, например, заказать такую же бижутерию, можно где-то? Это интернет-магазин, только оптом. Можно, можно. На розницу мы, конечно, тоже работаем. Все, да, у нас и сайт есть, и инстаграм все есть. Все будет под видео, девочки. Красотулечка. Ладно, не будем здесь долго лазить. У нас вообще там чай стынет. Чай стынет. Пойдем. Я вам дам футболку. Да, мы за футболками вообще. Игрушка. А что это за игрушка? Похоже. Это пирамидка. На свечку похоже. Как игрушка вам. Все угорают с этой игрушки. Это детская пирамидка. Мне подарила подружка, но когда шарики сняли... Я уходила... А, шарики сняли. Слушай, эти колечки... Это пирамидка, я не знаю, почему. Колечки просто сняли, да. Просто как-то снимала комнату. И прошлые гости принесли ее в спальню, и она смотрится. А вот там у нас игровая. Дети играют весь вечер просто вообще. Сами по себе. Родители не отвлекают. Ты что дерёшься? Ты что дерёшься? Чего? Нам дали футболочки, которые мы спали. Ой! Короче, мы сидим, у нас здесь такая полянка, 4 стула, винище, сыр. Сейчас я себе сделаю чай, переоденемся уже. В общем, решили остаться. Нас сказали, оставайтесь, а потом уже поедете по делам. Мы вообще планировали дома быть. Но раз у нас такая гулянка, поляна уже, мы решили, в общем, останемся. Будешь раздеваться на камеру? Не, я пока в одежде буду, это я спать уже буду. Вот. Все, Люба пришла.
Кристина пошла переодеваться. Так, Тати дала нам красную икру попробовать. Какая-то... Ты помнишь, какая красная икра? Как называется? Ты помнишь? Что за красная икра, она сказала? Кижуч, да. Она говорит, что это... Короче, какая-то... Надо у нее спросить. Я забыла. Кижуч! Ну, понятно, кижуч, но а чем она отличается от других? Таня, еще раз скажи. Скажи еще раз, красная икра, чем она... А, это единственная дикая икра. Кижуч, это единственная рыба, которая вот ловит именно по-дикому. То есть она плавает, ее ловит, а форель, кита, нерка, ее все разводят. Да, все правильно. Я такую еще не пробовала, красную икру. Вот я сейчас попробую. Я не люблю, как я вам говорила, когда много икры, потому что она соленая, может быть, я люблю от масла и немного икры. Сейчас попробую. Одежда, я уже полазила в чемодан. Молока и вот такие печеньки еще, детка. Вкусненько. Давайте, держи. Печеньки, печеньки там Тати печеньки заказала. Курьер только что привез. Детка. Ну что, всем доброго утра. Мы выезжаем в торговый центр. В торговый центр. Не скажем какой, все секретно засекречено. В общем, должны зайти в один магазинчик, посмотреть, что там продают, может, что-нибудь найдем. И попозже встретимся уже с Любашкой. Она осталась еще, там тоже такси вызывает, нам немного в разные стороны. Вот, сейчас поделаем дела. Сегодня последний день, остался в Москве. Вот, Денечка, Кристина впереди. Погода сегодня, кстати, дождь, но, несмотря на это, тепло. Мы одеты легко, вчера одевались легко. Вот сейчас, пока до такси дошли, было не холодно. Но я надеюсь, так и будет. В общем, оставайтесь с нами. Вот так мы едем. Сейчас вот такая погода у нас в Москве, видите? У нас в Москве, ну, понимаете, да, я Москву люблю. У нас в Москве Кристинка там поглядывает. Да, дождь такой, но главное, что не холодно, вот это вот радует. Слушай, такое настроение спокойное, так классно время у Тани провели вообще. Такая энергетика в доме хорошая, обстановка, так все по лайту было. Прям, мне кажется, что я в Москву приехала специально для того, чтобы сходить к Тане в гости и познакомиться с ней. Прям всю поездку, как это, заглянцевали прям. Таким хорошим воспоминанием и такой чувством удовлетворенности, что приехали не зря и время провели круто. Так что большое спасибо Тане за гостеприимство. Так, ну что, мы пришли в красивое местечко. Я выбрала себе здесь костюмчик и курточку. Сейчас все это примерю и покажу вам. Итак, первый лот – это вот такой вот костюмчик у нас. Он 44-го размера, 42-й что-то я не увидела. Мне что-то нравится какой ткани. Мне кажется, эта ткань не мнется, если честно. Такая вельвет, очень мелкий вельвет. Здесь завышенная талия у нас, видите. Внизу у нас резиночка. Вроде не очень тугая, но что-то вот прилипло там и не хочет спускаться из-за носка, наверное. Вот, и вообще это тройка. У нас здесь еще топ внизу. Вот такой вот топ внизу. Ну, так как 44-й, это слишком большой на меня топ. Но мне нравятся вот брючки здесь. Завышенная талия такая. Видите? Брючки прикольные. Брючки мне нравятся. В целом такой неплохой. Сейчас посмотрим. Так, вот у нас курточка. Одной стороной она зелененькая. Вот такая. Цвет мне этот нравится, в принципе. Это 46-й размер. По цвету подходит к этим вот... к этому костюму. Сейчас другой стороной одену. Другой стороной вот такой вот цвет молочный. Ванильный, я бы сказала. Ну, тоже подходит под это все дело. В общем, не знаю. Надо подумать теперь. Ну что, я взяла себе костюмчик. У меня две вилки. Я буду две вилки есть. Кристина будет есть в две вилки, да. Как японец. Она нас решила накормить. Денечка, гречечка. Спасибо, солнышко. Я борщик. Вот Дэнни, мы еще супчик взяли, но я не знаю, будет он его или не будет, или мы его вдвоем как-нибудь растерзаем. По-моему, он гречку схватил сразу и начал есть. Мы практически на открытом воздухе капаем. Капаем, но на улице дождь, как видите, да? Я купила себе уже один костюмчик. Вот, сейчас мы покушаем и дальше еще по торговому центру погуляем. Ну что, мы зашли в Макдональдс, пошопились. Кое-что взяли для отдельного видео на второй канал. Чисто московская распаковка будет. Денька, вот у меня чумаська весь. Он уже конфету ел, да?
И мороженое вот ешь сверху. А маме дашь? Да. Давай. Ух ты, чуть-чуть, много не надо, а то горлышко болеть будет. Ой, давай, давай, вот это вот я люблю там с конфетой. Вкусно, мам. Спасибо. Так, ну что, мы погуляли в торговом центре. А теперь мы все к Любашке в гости с пакетами вон там, со съемками. Но снимать не будем, мы чай, наверное, просто попьем. И поедем уже в наш отель. Президентский номер. Лакшери. Нет, это дверь. Кнок-кнок. Кнок-кнок. Тихо. Стучит. Ах, Люба, тебя уйду. Приветики. Привет. К вам можно? Ты не ломать игрушки. Это что, у меня есть. Тут, смотри, она звезда нас встречает в итальянском халате. Юмина, желтый зеркал. Так, все, давай. Нельзя, Дин, ну что такое? Нет. Не кричи мне тут. Я пью, у меня веек. Заходим, заходим. Красоту эту всю. Мы со съемками, как это всегда. Наш надо наш этот. Это наш дом. Рум-тур. Рум-тур назвать наши эти. Все, давайте, заходите, это разувайте. Так, ну раз мы начали уже рум-тур везде показывать. Вот смотрите, какие красивые стены здесь у Люси. Вот здесь она снимает для вас видео. Ссылку на Любин канал я обязательно оставлю под видео. Очень классно. Мне нравится эта темная плитка, сочетание с деревом. Это тоже плитка, кстати. Классно. Молодцы. Очень круто сделано, со вкусом. Раковина, смотрите, какая красивая, большая. Моя мечта прям. Здесь гардеробная у Люси. У них нет шкафов, ничего. Гардеробная очень вместительная, классная. Вообще, я заценила. Все помещается. Вот, кстати, этот керхер такой же, как у Люси, я купила себе. Ну, в итоге, как бы, не знаю, для меня это игрушка, я им особо, честно говоря, не пользуюсь. У меня робот-пылесос, рассказываю, что я увидела у тебя и такой же купила. Но ты пользуешься им все время, да, нормально? Да. А я в итоге робот-пылесос мне как бы лучше. Да? Вот и стоит у меня теперь, не знаю, надо продать на Авито. Вот который вот мне нравится. Стена больше нравится. Да, да. А ты вот на ней не снимала на этом фоне, кстати? Один, несколько раз. А, очень красиво, очень красиво. Смотри, со света. У нас очень, мы делали так, видишь? У нас прям много. Да, да, я такую тоже лампу. А сейчас на кухню пойдем, я тебе сейчас еще покажу. Сейчас. Вот здесь, смотрите, телевизор вот так. Я присяду. Представлю, как вы смотрите телек. Смотри. Классно все, мне очень нравится ремонт со вкусом. Теперь мы на кухне. Ага. Видишь, у нас вот здесь ага. Отдельно, а здесь видишь, это стол надо покупать, это вообще родительский стол. Ага, стол еще. Видишь, вот так можно. Ой, классно, вы тут романтик устраиваете, да? И вот еще. Супер. Да, здесь что будет? Духовой шкаф. А, духовой шкаф. У нас получается здесь. А посудомойка вот где у тебя? Ну, это 45 у тебя. Да? Да, вот у меня такая же. Она вот так хватает. Она мне. Тихо. А мне нет. Ну и вот еще одна такая детская комната. Тоже очень красивая стена, со вкусом все сделано. Диванчик такой классный. Наконец-таки в гости я добралась до Люси. Вот зеркало, как я брала тоже у Люси. Ну, точнее, я как у нее взяла. Блин, такое же у меня, да, прям такое же. По-моему, ростом такое света же я взяла. Много. Да, класс. Рабочий процесс. Ого, у тебя лампа. Да. Больше, я чем у меня. У меня вышло, смотри, вот этот штатив, это лампа. И еще один штатив. У меня меньше, ты видела? Вот этот штатив. В общем, у меня вышло на 12 чем. 12 100, вот и все вместе. Смотри. Из-за того, что она какая... Тут пульт есть, да. У нее пульт есть, ага. Дистанционно, и плюс вот этот пульт. Классно. Поняла? Ты можешь с любого места подключать. Классно. Хорошая. Ну, молодец. Тут видишь, 3 вот таких. По цветам все красиво так подобрано, короче, мне нравится. Люба спасает Кристину. Вот это просто бомбически. Ну-ка, Кристюня. Сейчас вот проходит она. У Кристюши новые кроссовки. Нормально. Модные. Дорогие. Потому что селения они маловатые. Ну, на самом деле, они мне понравились очень сильно. Но они на меня чуть маловаты. А у Кристины чуть-чуть поуже ножка, чем у меня. Да, я говорю, померь. Классно.
Еще есть японские. Ну, еще такие. Смотри, на, возьми. Тысяча всяких пластырей. Я себе купила это, спасибо. Они, поняла, они вот такие. Тоже. Прозрачные. Да. Ага. Спасибо. Держись, братишка. Все взяли? Ключи, телефон, паспорта. Деньги, паспорта, самое главное. Что еще? Да, мы взяли баулы наши и поехали. Все, короче, ждем в гости тебя. Маркусито, пока. Что у меня с голосом? Такая. Все. Пока-пока, говори, Маркус. Пока-пока. В общем, мы включили фильмец какой-то напоследок на ютубчике. Эти вон едят, все едят. Бананчики едят. В общем, легли вместе смотреть фильм. Вот, потом спать. И, в общем, завтра новый день, новые планы. Завтра мы уже уезжаем. Ну что, всем доброе утро. Мы проснулись сегодня, сейчас уже 9:30, мой будильник прозвенел. А я проснулась вместе с Кристиным будильником, она, по-моему, его на 8:30 поставила. Я уже умылась, уже кофе себе налила. Сейчас мы собираем потихоньку вещи. Мы решили собрать все вещи, и чтобы последние денечки в любимой Москве не терять, мы решили все вещи собрать, отдать их в камеру хранения как раз-таки на нашем вокзале. И до 2 часов где-то погулять, потому что 14:50 у нас только наш поезд. Мы еще поедем в торговый центр «Атриум». Я его очень люблю. Я там провела очень много времени в торговом центре. У меня чемодан весь уже, короче, рассыпался. У меня чемодан, вот эта вот штука, которая, знаете, вот здесь вот застегивается, она вся разошлась. И змейка сломалась, вот она тут осталась где-то наверху, вот она. И, короче, у меня все вещи отсюда вывалились сюда. Я не знаю, мне теперь как надо аккуратно все это дело сложить. И чемодан как-то я даже не нашла. Никакой. Хотела купить чемодан. Короче, сейчас буду как-нибудь это все компоновать, аккуратненько складывать. Будем одеваться, на улице как-то прохладно, поэтому пуховик, наверное, сверху будет у меня. Вот, в общем... Пьем кофе, одеваемся, собираемся и выезжаем пораньше отсюда, хотя у нас выезд в 12, но мы решили погулять. Все, мы в таксишке, едем в торговый центр. Москва пустая, любимые места родные. Атриум уже подъезжаем, да? О, мой атриум любимый. Так, ну что, вот наш атриум. Сейчас я зайду в дизель, аж магазин настоящий, ну отдельный я имею в виду. Сефора заходили, или Сефора, там не помню как правильно, я тестер взяла, тушь, вообще не хотела сегодня краситься тушью вот от их фирмы. Кисточка такая, к ней приноровиться надо, но в общем я думаю, в Эльдебуте вроде говорят представлена эта марка, это я уже буду смотреть тогда в Ростове у нас. Заходили в Зару, вот там Зара. В общем, гуляем. Денька что-то проголодался. Сейчас пойдем покормим ребенка. Вот я, девочки, с большим удовольствием захожу в теремок и ем борщ. Очень вкусный борщ, как я люблю. А Денька, как всегда, блинчики свои любит. Спасибо, солнышко. А с собой еще взяли готовые обеды с куриной котлеткой. Сейчас просто не очень хочется кушать, а хочется прям жиденькое. С куриной котлеткой, Деньки с гречкой взяла котлетки, а себе с пюрешкой. Ну или наоборот, что он будет кушать, посмотрим. Короче, борщ зачетный, прям кайфую. Где я вам еще свой лучок покажу? Только в туалете, девочки. Сегодня одела такой вот розовенький костюмчик и в черном. Взяли с собой в поезд в теремочке кучу еды вкусной. Здесь в поезде есть журнальчик, как прям в аэропортах лучших, что можно что-то купить. Я Деньке взяла вот такой вот наборчик свитбокс с машинкой и с мармеладкой. 150 рублей стоит. Держи, сейчас открою. Вот эта классная штука, Денька вон сразу за нее схватился. Это стакан, раскраска. Здесь входит стакан в комплект и карандашики. Ими можно раскрашивать стаканчик, сейчас откроем, покажу. И потом смывать и заново раскрашивать. Короче, смываемые карандаши. Эй, не над зубами. А вот это вот какая-то интересная... Да дай пока. Нельзя.
Да, 90 рублей. Ой-ой-ой, ты что творишь? Смотри, показывай давай. А что тебе, вот это вот интереснее стакан с раскраской, чем вот этот, машинка? Да. Понятно. Кись, мы уже можем с тобой распаковку вместе снимать. Ты будешь сам снимать. Ну-ка. Вау! Да. Что, прям класс такой? Аккуратно, не разбей только. Вау! Это что? Это стакан. А это что? Дэнь, а это что? Все, неинтересно? Ты пошел за машинкой? Так, все, достал стакан, мне интересно. А это карандаши, которые в комплект входят. Так, Дэня пошел второй раз покупать. Эй, ты что рвешь-то? Тебе не жалко коробочку? Ты все разорвал в раз. Ну давай, что там внутри? Доставай, там конфетка и машинка. Доставай. Ты все вот так высыпаешь, да? Ну-ка, скорее показывай. О, в пакетике что? Давай. Вот, на, мармеладки. Попробуй, вкусные? Аккуратно только, не разбросай все. Да, распаковщик из тебя, конечно. Чувствую, у нас будет сумасшедшая распаковка с тобой. Маме дашь попробовать мармеладку? И Кристине? Ты попробуй сам, скажи, вкусно? Попробуй сначала. Ты маме сначала? Ты мой лапочка. Что с тобой упадет? А Кристине? А сам попробуй. Вот такая машинка в комплекте. На. Вот цветные карандаши, которые входят, 6 штук сюда. И, в общем, ими можно рисовать вот здесь. Вот сейчас попробуем. Дэнни рисовать не захотел, а мне очень даже нравится. На стакане нарисовал. Жалко только, что ты рисуешь, а потом оно все стирается, когда помоешь. По-моему, очень крутая вещица. Пьешь со своего собственного стакана, дизайна. Вот так вот, кстати, на сухую не стирается. А если намочить? О, оно, кстати, не стирается сразу прям. Это только если потереть как следует. А если просто стаканчик сполоснуть, то рисунок останется. Ну что, мои хорошие, мы реально приехали в Ростов. А у вас здесь еще холоднее, чем в Москве. У вас, слышь? У нас. У нас здесь холоднее, чем в Москве. Короче, такие расклеенные, какие-то кривые, косые. Дэнька, он в три... Дэнь, нос покажи. В три капюшона одела. Сейчас такси, у меня что-то с телефоном, он вообще не хочет воспринимать локацию здесь местную. Кристина вызвала такси, меня сейчас посадит. И все, прям холодный, морозный ветер дует. Ну что, мы приехали домой. Я в ужасе. Короче, мы с Денькой сейчас навели такой прям порядочек конкретный, все поубирали, он сам сложил свои игрушки, разобрала чемоданы. Сейчас пойду купаться, все попылесосено, помыты полы, помыта посуда, стираем потихоньку. Вот, приятно дома находиться. Короче, я в таком удовлетворении нахожусь, просто нереальном, это то, что мне нужно было. Ожидания, реальность с отдыха даже превзошли. Вот, так что всем спасибо, кто был со мной. Кристюшке спасибо, что поехала со мной, помогла с Дынькой. Вот, спасибо Любе, что нашла время, встретились, с Танюшей познакомились. Вообще, в общем, я очень рада. Вот. Всем спасибо и до следующих влогов. Всем пока-пока.